Рывок или толчок? Толчок, блин. Сила или техника? Как жена твоя? Надеюсь, еще не рожает. Я еще не созванивался, я не знаю, где мой телефон. Что с рывком, расскажи. Что с рывком? Блин, это сущее... Ну, гадство, согласитесь. Ну, как так можно рвать? Если это 185, господи. Ты же тут на тренировке рвал, да? Ну, хорошо, нет, я и 90, и 94 рвал. Я имею в виду здесь перед соревнованием. Просто, да. Просто, ну смотрите, тенденция, да? Я опять возвращаюсь к своему старому рывку, получается, по факту. Я раньше рвал 205 на тренировке, 94 на соревнованиях. Сейчас я рву 94 на тренировке, 85 на соревнованиях. Ну, нехорошая тенденция. Тяжелая была или что? Или движение? Я не понимаю, да, движение. Я до колен не могу ее вообще контролировать никак. То есть она настолько... непослушная до колен. После колен, да, мне приходится как-то разгонять ее немножечко что-то. Ну вот это было видно, что ты после колен вываливаешься, где-то у тебя нет контроля. Ну вот
А почему, я не понимаю, я не могу найти причину, то есть тяги у меня 240, двойки, тройки, в хорошем режиме, в темпе, mm-hmm. без каких-либо проблем, рывковые тяги в смысле. Ну, трапки, проблемы есть с трапками, с плечами, но мы над этим работаем и на тренировке. Получается рвать 95 даже, да? Но в чем проблема тут, именно на старте, я не понимаю. То есть, не может же быть такого, что у тебя проблема со стартом из-за трап. В целом. Да, я не вываливаю грудь вперед, но... Блин, я же раньше как-то рвал 93-94. Get up! Get up! Patience in! Patience! Oh!
третий подход как? Ты согласен, что это был дожим, или не согласен? Ну, 50-50, в целом, я заметил, опять-таки, это объективное мнение, да? Да. Как бы, я заметил только плечо. Мне, кто рядом, тоже говорят, ну, плечо. Ну, не знаю, может, я на повторе, на замедленном пересмотрю, может, соглашусь, но если бы 89, мне было бы, может, немножечко легче хотя бы идти, там, 44, и можно было бы что-то придумать. Ну, до 45 я еще был согласен, ну, не 50 же. Третий подход в толчке, что с груди? Не было мотивации. Ты не хотел выигрывать толчок? Не, ну, в смысле, а зачем мне он? В целом. В целом, ну, я действующий рекордсмен мира в толчке. Я в принципе не видел смысла 42. Уже серебро, то есть он вышел, толкнул 38, я сдался, все. То есть я понимал, что я 50 не смогу, ну, ни в какую. Мне 49 надо было идти. Понятно. Куда? Понятно. В чем? Ну, в чем? Да, окей, как-то, ага, загорелся где-то что-то там, и может с вот этим вот вышел. Можно было бы, если бы у меня была мотивация для того, чтобы это было бы. Ну, так же, как на Азии. То есть она примерно как на Азии была. У меня хорошая разножка была, я ее поймал и начал идти вперед. Да, просто да. Начал идти вперед. На Азии мы орали так, на комментаторском. Да, как это раз так, я на Азии, подправил чуть ногу, да. Этим поймал. Да. Сейчас не подправил, ушел вперед и уже сдался. У нас 4 коротких вопроса от твоих подписчиков, которые окей. Просили узнать. Мы отвечаешь вот то, что быстро и на душе. Рывок или толчок? Толчок, блин. Сила или техника? Техника. Жидкая магнезия или сухая? Сухая, блин. Четырехкратный чемпион мира или олимпийский чемпион? Олимпийский чемпион. Супер. Спасибо. По-любому. Фото. Олимпийского не перебьешь. Согласен.